Бисмиллахи рахмани рахим. Уважаемые братья и сестры, месяц Рамадан – это не только месяц поста, это месяц Кур'ана. Шахру Рамадан, аллази унзила фихи Кур'ан. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, месяц Рамадан – это тот месяц, в который Всевышний Аллах ниспослал Кур'ан. Поэтому давайте встретим этот месяц Рамадан с чтением Кур'ана. И главное дело – тадаббур, размышляли, чтобы мы над Кур'аном, не просто так его на автомате читали, а чтобы размышляли. И вы увидите, мы с вами увидим, сколько там много милости, сколько там много мудрости. Человек в этой жизни удивляется, бывает там, послушает того или иного красноречивого человека, и удивляется, какой он красноречивый, но однако не задумывается о красноречии Кур'ана. Приведем один аят из сурат Аль-Касас, 7 аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Удивительный аят. Один аят, но однако в этом аяте два приказа. В этом аяте два запрета, и в этом аяте две новости радостные. Ни один человек не может одним предложением столько передать смысловой нагрузки, потому что это Коран, не слова человека, а это речь Всевышнего Аллаха. О чем же говорит аят? Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «И внушили мы маме Моисея, маме Муса алейхиссалям, ан ардиъи, накорми его грудью. Фаида хифта алей фалькихи фильям. А если ты будешь бояться за него, за его жизнь, то возьми и брось его по течению реки. Инна радуху илейки ваджаилуху. Вала тахафи, вала тахзани. И не бойся, и не печалься. Инна радуху илейки ваджаилуху минал мурсалин. Поистине мы вернем его тебе и сделаем его из числа посланников. Два приказа. Накорми его грудью и отправь его по течению реки. Два запрета: не бойся и не печалься. И две радостные новости: мы вернем его тебе. Первая новость. И вторая: и сделаем его из числа посланников. Давайте будем жить с Кур'аном, вместе с Кур'ана, и размышлять над Кур'аном. Ассаллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.